В Москве прошла встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики информировал президента о социально-экономической ситуации в Чувашии. Обсуждались, в частности, меры по сокращению очереди в детские сады, региональные программы поддержки молодых семей и другие вопросы. Все дополнительные меры стимулирования, которые обозначены в ваших указах, по нашим принятым решениям, безусловно, исполняем. По строительству детских садов многое мы сделали. По очередям в возрасте 3 лет текущая только очередность. Наша задача в 2015 году разрешить проблемы с 1,5 лет. Вот есть свои региональные республиканские программы поддержки молодых семей, в том числе по обеспечению жилья? У нас утверждено 15 государственных программ, в том числе по мерам стимулирования наших молодых семей. Мы дополнительные меры приняли по ипотечным кредитам, категории учителей, работников сферы здравоохранения. Дополнительно за счет регионального бюджета субсидируем 4%. Тем самым удешевляем стоимость кредитных ресурсов для оформления кредитов в коммерческих банках.